Так, я готовлю завтрак. Всем доброго утра. Начинаем с лука. Сейчас яичница с помидорами. Лук обжарился. Я добавила сюда 3 помидора, которые я натерла на терке. И сейчас сюда буду вбивать яйца. Сейчас посолю, поперчу. Немножко сахара добавлю, чтобы было не такое кисленькое. Так, вот сейчас накрою крышкой, чтобы яйца схватились, и будем завтракать. Такая вот яичница получилась. Сейчас буду всем раскладывать по пиалочкам. Будем кушать. Все, завтракаем. Гречка такое будет есть или нет? Вот это вот интересный вопрос. Да. Вообще-то у меня даже желтка. Птички поют. Я вышла на работу к родителям на помощь. До 8 часов, потом пойду Гришку собирать, я Тошку забирать. Здесь уже петрушку перепахали. Ту, которую мы вязали, уже она пошла в стрелку. Вот чеснок. Привет! Вот это вот морковка. Так, попрорывала я морковку. Она вот с капельным поливом капает посередине. Видите, 2 рядка и посередине капельный полив. Посередине. Так вот к трубе он. Все, сейчас иду готовить вещи. Повезу детей. Каждого в свое место. Тошка сегодня в церковь, там стихи будут рассказывать пасхальные. Гришка в Краснодар, в спортивный комплекс «Динамо». Как он там называется, не знаю. Ну, в общем, в «Динамо». Здесь вот клубника цветет, тоже капает. Птичка залетела, сейчас я буду ее выгонять. Вылетит она сама. Бедная. Фонь, одень эти штаны, пожалуйста. Так, тогда оставайся, я сейчас домой отвезу, понятно? Афонь, ой, Коля, доброе утро. Ты в шоке? Зай, носки одевай, давай. Коль, пока-пока. Все, пока. Пока, родня. Ну, чтобы ты... Пока-пока. Пока-пока. Пока, мой родной, пока. Пока. Все, поехали, ребята мои. Пока. Пока. Где? Ну, к 8:45. Не холодно, да. Антоша, ты стишок-то помнишь? Антош, ты опять дуреешь, кривляешься. Все, идем в храм. Мам, только нас не будет водой обливать. Я не знаю, сейчас посмотрим. Да. Только вот это нету. Да, у нас такой нету, да? Сейчас я тебя сфотографирую. Чтобы к Богу обратились, перестали делать грех. Почему его распяли? Люди грешные тогда. Неужели не узнали в нем Спасителя Христа? Почему что это? Он воскрес, он воскрес, он воистину воскрес.
Да, завтра Афоня в садик. Так, едем домой, а тут уже на кладбище много машин. Кто-то сегодня ходит на кладбище, кто-то в понедельник вот пойдет, кто-то во вторник. Но сегодня тоже много машин. А мы когда? Мы во вторник, бабушка сказала. Если вы помните, Вера дала нам вчера курицу. Сижу нее сейчас пошмалил. И сейчас я буду ее обжаривать и готовить в духовке с соусом что-то типа бешамель. В общем, обжариваем курицу. Так, ладно, курицу забыла включить. Здесь готовлю бешамель. Сейчас сюда буду добавлять муку, в общем, сливочное масло, мука. Здесь немного подсолнечного. В общем, это все на глаз. Мука. И потом молоко. Соль, перец и гранулированный чеснок. Курицу, не знаю, ничем не приправляла, но мне кажется, можно немножко перчиком приправить и солью. Я бешамель уже сделала, все быстро на ходу, он даже разлила сливочное масло. Антоха меня тут напугал со своими уроками. В общем, вот такой вот он получился, достаточно жидкий. Вот, все на глаз, молоко, сливочное масло и мука, специи, здесь чеснок сушеный, перец, какие-то там еще приправы к рыбе. В общем, для меня это всегда не важно. А здесь обжаривается просто курица со всех сторон, с четырех получается. Вот сейчас еще сбоку осталось обжарить. И она очень сильно стреляет, я ее прикрываю, и потом, чтобы перевернуть, выключаю газ, чтобы оно немножко остыло, потому что здесь стреляет как-то страшно, как боевые действия. А здесь у меня форма, в которую я выложу курицу сверху, вернее, вот так по бокам полью соус бешамель, накрою фольгой и буду запекать 40 минут, около 40 минут в духовке. Вот курица обжаренная. Я ее полила, в общем, там сказано в рецепте, это все из Инстаграм, что особо ее поливать не надо, но у меня здесь немножко так получилось сбоку ее залить. Сейчас накрываю фольгой и 40 минут в духовку 200 градусов. Как по-новому? Это же по-новому курица. Так, дети кашу едят, кстати, я да? Мясо хочу. Да, у нас, в общем, кашка. Салат с яйцами и с чем-то, редиской, огурцом, курочка. И где-то еще соус, вот, который от курицы. Вот, я покажу, вот такое. Вкусный? Да. Ну, я еще не пробовала, конечно. Но вкусный. По виду уже вкусный. Ну, тело сломалось. Пап, ну скажи свой вердикт. Горячая? Ничего особенного такого. Да? Мне кажется, специй не хватает. Не хватает, надо было чуть побольше, да? Да? У меня продолжаются дела на кухне. Я сейчас буду готовить сухарики. Порезала остатки Пасхи. У нас это называется Пасха. Я знаю, что это кулич, знаю, что Пасха это творожная, но мы всегда так называем печь Пасхи. И, в общем, не знаю, как у вас говорят, у нас всегда говорят Пасха. Поэтому вот как-то переделывать свой мозг я не могу. За 30 лет я привыкла, что это Пасха, и сейчас мы очень часто делаем сухари. В общем, остались куличики. Сейчас все это в духовку. Не знаю, насколько. В общем, буду смотреть по ситуации. Так, сухари готовы. Я даже с кофе уже выпила несколько. В общем, с одной стороны, они так немножечко поджарились. Но они очень вкусные. Прям, мне кажется, они быстренько уйдут у нас, чем Пасхи. Ты такой голодный пришел. Я иду помогать родителям. Не знаю, что мы кинзу, что там происходит. Я тоже, мам, иду снимать. Это что такое, кинза? А где еще Фокин? Или мне прорывать? А, вон, ага.
что-то делать. Да, ну сейчас будем травку рвать. Сейчас вот дедушка включил полив. Я не хочу травку. Вот этой трубой Golden Spray. Или Gold Spray, да, как он называется правильно? Мама, будем сейчас на луке рвать смотри, траву. Мама. Что? А тут ничего не посажено же, да? Нет, а вот здесь нет. Я тут съездила в магазин, накупила, вернее, не в магазин, в Красносельск за цветами. Завтра Сержуня поедет на поминальный день, как бы это ни звучало, в камышеватку, вот этот цветочек башки Гали, ну, либо наоборот. Наоборот, я имела в виду вот этот цветок Сережиной сестре Оксане. У нее был день рождения 3 числа. В этом году мы точно запомним, что она 3-го, потому что я лично все время путала 3 и 5, ну вот 3-го. А позвонили мы только 4-го. Вот это вот ей цветок, а вот это вот башки Гали. Ну, чтобы не с пустыми руками же ехать. Красивая. Я балдею от них. А аромат был в машине просто потрясающий. А подушки были? Да, были и подушки. В общем, я еще заехала в Пятерочку, купила. Фоня просил какашечки. Подушечки. И подушечки. Антоша просил яйца. О, я очень люблю вот эти вот именно яйца. Как мам, у меня есть идея. Подушки с какашками наложить. Да? Так, купила молоко, хлеб, сливочное масло. Сейчас буду делать тесто для рулета. Испеку сейчас рулет. Сейчас, сыночек. И купила еще мыть посуду. Вот такое вот средство для посудомойки закончилось. Таблетки. Я его заказала на Вэлборисе. Должно прийти скоро. В течение там 3 дней вроде написано. А пока буду мыть руками вот такой вот штукой. Вы не подумайте, почему мы называем эти шарики какашками. Потому что в свое время у нас были кролики. И они именно так какали. Риш, ну рассказывай, как ты сегодня съездил? Что когда были за... Когда вам повезет? Папа завтра в камышеватку поедет. На кладбище. С ним? Зай, ну мы пойдем сюда на кладбище. Завтра уже во пойдем? Во вторник. Так, ну рассказывай, как ты в соревновании? Как ты без мамы-то оторвался от матери? Ха-ха-ха-ха! На маршрутке. На маршрутке. Сколько стоит проезд, расскажи? 70 рублей. На маршрутке? Слишком дорого. Для СССР это было ого-го. Да? Да. Григорий ездил. А, я думала, ты... Тарелка? Нет, 1000 это. Это мне так показалось, как будто там 1000 купил. А то что? А там какая-то бумага. Здравствуйте, мальчики. Так, я делаю тесто для рулета. Вернее, вот сейчас начинка, но тесто уже готово. Сейчас покажу. Гляньте, оно уже подошло. Сейчас буду делать рулетики. Вот рецепт теста. Сейчас вам за... Вот, немного муки больше кладу, потому что я не 3 желтка, а 3 яйца кладу. Поэтому муки примерно 0,5 килограмма. Ну, плюс-минус. Потом смотрю на тесто. Начинку. Орехи через мясорубку. Сейчас еще сюда же изюм. Вот этот вот изюм очень мягкий. Он не жесткий, если он бы был такой тверденький, то я бы его кипятком обдала. И потом сюда, в общем, сюда просто кладу изюм и сахар. Вот такая вот будет начинка. Еще немножко цукатов, поэтому я их тоже сюда же сыплю. И с сахаром все перемешаю, все на глаз, и буду делать начинку. Смотрите, вот готова начинка. Сейчас еще все хорошо вымешаю. И буду уже сворачивать рулеты. И они тоже немного расстоятся и буду выпекать. Вот 4 рулета. В прошлый раз делала из этого же теста 2, но они были вот так вот в длину, такие длинные. Сейчас решила сделать 4. Я их смажу сейчас яйцом. Яйцо и немножко водички. Помажу и все. В общем, все делаю руками, раскатываю руками, все на глаз. Например, на начинку делю на 4 части и выкладываю ее. Вот. Вот так вот. Ничем не украшаю, потому что тесто настолько нежное. Вот нужно было еще добавить муки, чтобы оно было более
держала форму, потому что это немножечко разъезжается. Поэтому сейчас смажу, все буду ждать, пока подойдет. Либо подождать, пока подойдет, да, потом смазать. В общем, перед духовкой смажу. Сейчас еще будет на расстойке стоять где-то полчаса. Я доделала пряники, пока пекутся рулеты. Вот такой вот Майнкрафт набор. И вот такой вот на годик. Это все у нас в магазине. Здесь пекут тортики. Вот, для украшения. Слышите, вид, конечно, у рулетов немного устрашающий, да? Но я их завтра разломлю. В общем, мне нравятся, когда такие бочки разломленные. Все, все горячее. Это все на завтра. I used to believe.